недавно парк перед заводом «Красный Октябрь» был настолько запущенным и никому не нужным, что многие волгоградцы даже не знали, что этот полупустырь и есть сквер металлургов. К счастью, спустя годы полнейшего запустения за территорию взялись. Накануне ход реализации проекта благоустройства парка лично проинспектировал губернатор Андрей Бочаров. Преобразование масштабное. Даже когда мы смотрели, проектировали, советовались, определяли, принимали решения, мы совсем еще не понимали, на самом деле, какой масштаб необходимо работы провести здесь для того, чтобы всю прилегающую территорию сделать, на самом деле, на самом высоком качестве. И когда сегодня мы видим, фронт работ развернут, темпы очень хорошие, мы уверены, что основной объем работ будет завершен к 1 сентября. А к 1 мая следующего года планируется открыть уже полностью благоустроенный сквер. Глава региона уверен, что парк рядом с заводом станет любимым и красивым местом отдыха не только для работников предприятия, но и для всех горожан. Благоустроенная территория, возле завода. Никто в это не верил, что это когда-то будет сделано. Об этом даже не думали. Я думаю, даже и не мечтали. И к 1 мая следующего года полностью сквер будет находиться в том состоянии, в котором он должен быть. Уже проверенным, работоспособным. Дизайн-проектом предусмотрено создание каскадных сооружений напротив главного входа в завода управления, двух парковок, искусственного водоема, обустройство площадки рядом с могилой Ольги Ковалевой и реставрация памятника. Кроме того, планируется привести в порядок все автомобильные подъезды, тротуары, наладить систему полива и ливневой канализации. Помимо уже растущих деревьев, будут посажены новые, появится березовая роща. Также в зеленой зоне волгоградцам пообещали площадки для занятий спортом, детские игровые зоны, места для отдыха, фонтан и аллею, в которой увековечат память работников «Красного Октября». Диана Бакулина при поддержке пресс-службы администрации Волгоградской области, телеканал «Волгоград-1».